войну с нелегальными парковками объявил городской дозор. Незаконную стоянку на Щурсе сегодня ликвидируют как минимум в пятый раз. Не исключено, что бизнесмены вскоре опять вернутся и продолжат собирать дань с автолюбителей. Как бороться с такими предпринимателями, выяснял Юрий Шумков. Незаконная парковка на Щурсе сегодня в очередной раз приказала долго жить. Впрочем, не исключено, что вскоре она возродится вновь. Ведь эта эвакуация отсюда проводится не впервые. Будки, шлагбаумы и заграждения здесь демонтировали уже несколько раз. Каждую эвакуацию автомобилисты встречают на ура. Мест на бесплатной парковке всем не хватает. А платить втридорога никто не желает. Неудобно подъезжать, невозможно припарковаться. Вот я, допустим, приезжаю в зоомагазин постоянно за кормом. Я не знаю, куда поставить машину. Просто не знаю. Мне неудобно. Теперь даже на платной парковке есть свободные места. Впрочем, отмена незаконных поборов радует не всех. Плохо тем, что в темное время суток тут за ними буквально никто не будет смотреть. И с ними все что угодно может произойти, поэтому это вызывает определенное беспокойство. А вот чиновники районной администрации, которые координируют эвакуацию нелегалов, беспокоят другое. Этот процесс уже напоминает бег по кругу. Едва хозяйство парковщиков вывозят, они, заплатив незначительный штраф, объявляются вновь. Мы считаем необходимым, конечно, повышение штрафов, чтобы это было существенно для них, нанесен урон. И они задумывались о том, что они незаконной деятельностью занимаются. Точно так же считают и свердловские законотворцы. Давно пора освободить город от незаконных предпринимателей. Мой статус депутата законодательного собрания позволит, вот собрав тот массив информации, который у нас есть, внести некие законодательные акты в тот же административный кодекс, для того, чтобы штрафы увеличить в разы вот за эту незаконную парковку. Чтобы ускорить этот процесс, жителям необходимо обращаться с жалобами на незаконные парковки во всевозможные инстанции. И чем больше будет таких обращений, тем выше вероятность, что в законодательство будут внесены необходимые поправки. Юрий Шумков, Иван Быков, «Городской дозор».